Всем привет! С вами Злой Камушек, и сегодня я начинаю делать гайды по Dota 2. И первый наш герой будет снайпер. Снайпер-герой дальник. Итак, разберем скиллы. Снайпер первый, шрапнел. Кидаем при фарме кучу крипов, пуша вышек, в замес, при убегании от кого-либо. Слабый, но универсальный нюк. Второй хитшот, а вот это наш врожденный баш, с помощью которого легче фармить крипов и дамажить соперников, может легко прервать ульты героям. Третья такая наша вторая пассивка, которая увеличивает дальность нашей атаки. Ну что тут сказать, легче фармить и динать крипов, не приближаясь к сопернику, легче пинать самого соперника, с трех уровня позволяет безнаказанно пинать вышки. Четвертый ассасин — это наш ульт, наша гордость. Позволяет убить противника с маленьким количеством хп на огромном расстоянии, или хорошенько набодать супоста тут, не приближаясь к нему вообще. Основной скилл билдтаков. А закуп таков. Спасибо за внимание. Подписывайся на канал, не будь унылым.